В своем выступлении Рустем Хамитов провел анализ проблемных вопросов в различных сферах жизнедеятельности по республике, району и городу Кумертау. Им было отмечено получение в скором времени городом статуса ТОСР, который в будущем позволит успешно привлекать в Кумертау инвестиции и развиваться во всех направлениях. Также глава республики рассмотрел отчет о прошедшем на прошлой неделе инвестпикнике и назвал перспективным направление подобных мероприятий в решении социально-экономических проблем в Кумертау. В своем докладе Рустем Хамитов сообщил об улучшении показателей по республике в экономическом и промышленном производстве и плодотворной работе кумертауских предприятий. При этом еще не на полную мощность включился в работу нефтехимический комплекс наш. Там были ремонты и модернизация определенная. Дальше вот КУМАП еще тоже работает не на полную мощность, скажем так, ряд предприятий машиностроительной отрасли еще по-настоящему не достигли тех объемов, которые рассчитаны, но к августу месяцу плюс 7%. Это, безусловно, хороший показатель, и по итогам 8 месяцев мы почти на 2% опережаем промышленное производство прошлого года. Основным способом решения социальных вопросов глава республики определил привлечение инвестиций. В ближайшие годы большую часть финансирования планируется распределить на строительство различных социальных объектов, спортивных комплексов, школ, больниц, в том числе на реконструкцию имеющихся сооружений. Вместе с Министерством экономики работаем над тем, чтобы значительная часть нужных, необходимых нашим людям объектов все-таки были реализованы. Минимум 100, это, как говорится, уже не обсуждается. Мы для себя определяем планку финансирования минимум 30 миллиардов рублей. Минимум. Кроме выделения средств на строительство, в этом году финансирование было направлено на реконструкцию и строительство дорог, освоение современных технологий для улучшения качества и долговечности асфальтовых покрытий. В этом году дорожное строительство 15, дорожное хозяйство будет направлено 15 миллиардов рублей. Никогда, я еще раз повторяю, никогда дорожное хозяйство Республики Башкортостан таких денег не видел. Мы работали на уровне 10-11 миллиардов. В этом году 15 миллиардов. И в основном вся эта денежная масса направлены на ремонтные дороги, на восстановительные дороги, на ремонтные работы, восстановительные работы и так далее. В рамках совещания после доклада главы республики присутствующие смогли задать ему свои вопросы. У нас 42 года в городе работал при Кумертауском авиационном предприятии «Аэрокор», один из мощнейших в России. Но 14 декабря он был ликвидирован. Что с ликвидированным? В связи со сложным положением финансовым. Значит, город нас берет, но у нас есть проблема с капитальным восстановительным ремонтом авиационной техники. Значит, что касается восстановления техники, речь идет, видимо, вот ремонт, прежде всего. Письмо мне на стол через главу города. Мы подумаем, как эту работу организовать. Аэроклуб был, есть и будет в Кумертау. Это потом обещаю. Значит, закрыть его мы не позволим ни при каких обстоятельствах. В завершении своего выступления Рустем Хамитов отметил, что для успешной реализации намеченных планов и имеющегося в республике потенциала необходимо наращивание темпов модернизации экономики, а основной задачей правительства является улучшение благополучия жителей республики и повышение качества жизни в Башкортостане. Я вам желаю хорошую работу, плодотворную работу, всем, чтобы у вас все получалось. И, безусловно, мы вам будем помогать. Мы вместе трудимся, вместе работаем. Вы рассчитываете в любой сложной ситуации на нас. Это правильно, и мы никогда не бросаем, будь то стихийные явления, чрезвычайные ситуации или там какая-то сложная общественная ситуация возникшая. Никогда все муниципалитеты, все районы не будут отделены нашим вниманием.
для нас все абсолютно равны.